Искусство Финляндии. 1900-1960 годы. Так называлась выставка, открытая в Центральном выставочном зале нашего города. Ленинградцы могли познакомиться на ней с современным финским изобразительным искусством. Пейзажи художников страны «Тысячи озер» привлекают сдержанностью, строгостью, точностью колорита. Большое место в их творчестве занимает жизнь простых людей, тружеников города и деревни. Широко представлен жанр портрета. Тонкий психологизм, лаконичность выразительных средств отличает работы финских мастеров. Разнообразная по выбору стилей и направлений, ретроспективная выставка вызвала большой интерес у ленинградцев. Она послужила дальнейшему укреплению культурных связей наших стран.